一本书的时候，它是对你内心的那个电脑和电脑是一个大的电脑。Начал писать музыку, когда мне было 10. Я помню, те еле сыгранные аккорды и ржавые струны на моей первой гитаре. Но это была моя мечта. Наша жизнь — это цикл. Мы встречаем людей, теряем их каждый день. Ты открываешь свое сердце и душу тем, кому доверяешь. И в один прекрасный день они втыкают нож тебе в спину. Ты работаешь без остановки, как раб самого себя, своего собственного чувства устремленности. И иногда ты добиваешься своего, а твои друзья начинают винить тебя в этом. Мы прожили в подвале почти 2 года, в нашей собственной студии, спали на холодном бетонном полу и диванных подушках, просто ради того, чтобы у нас была своя студия. Это естественный отбор, время покажет. Я видел многих, что шли назад, когда пересек ту самую линию. Но я знаю, что есть те, кто были рядом со мной до самого конца.